вторая гонка чемпионата, карта, трасса Нью-Йоркский вокзал. Тут уже значительно сложнее в тройке прийти. Про первое место я вообще даже не заикаюсь. Соперники более сильные, карта посложнее. Так, ракета пошла. Так, ракета настигла. Нет, да, настигла, но я сам потерял много времени. Нужно на пикировании много побольше, почаще пикировать, чтобы ускорить. Ох, блядь. Охренеть. Вот это я потерял сейчас время, конечно. Очень много. Все бонусы их так пропускаю, не могу подобрать. Вот опять вот помните, пропустил. Должен был брать. Последний пока, восьмой. Повыше забраться и спикировать. Есть бонус, ускорение. Шестой. В меня ракета прилетела. Почаще используют пикирование для набора скорости. Потому что даже когда пикирование заканчивается, машина летит на более высокой скорости, чем она может лететь. То есть набрали высоту, спикировали. Тем не менее, я все равно последний пока. Я пятый, последний круг пошел. Мне нужно за тройку зацепиться обязательно. О, бонус, ракету подобрал. Ракета пошла. Но, по-моему, цели не достигла. А, нет, достигла, я уже третий. Я третий, нужно сохранить обязательно эту позицию. Так, запустил пузырь тормозной. Ракета. Так, ракета достигла цели, я второй. Второй результат меня устраивает. Еще одна ракета есть. Я могу лидера достать. Чтобы его достать, нужно приблизиться. А приблизиться не получилось. Ну что, я финишировал вторым, это неплохой результат. Или нет, еще гонка-то не завершилась. Где он там? О, черт! Так, второй. Завершил заезд вторым, это неплохой результат. На целых 8 секунд оторвавшись от последнего и на 6 от первого. Всем спасибо, всем пока.